Ну спасибо, спасибо. Ну ты иди, мать, помоги там, помоги, да. Помоги, мать. Помоги, мать. Здорово, тетя. Здорово, тетя. Стоп, что ли? Ну, не узнал, что ли? Ха, извините. А я ж думал, почудился. Пришел, а? Пришел, сынок. Пришел. Что-то раньше мы осенью ждали. Отработал. Отпустили пораньше. Ха, я заметил. А борзя-то живой шо? О, а где он? А, шалается где-нибудь. Этот в субботу вывесили бабы белишко сушить. Все, и затрал. Разыграл, сукин сын, давай трепать. Шалавый дурак, а? Хотел уж пристрелить его, да подумал, придешь, обидишься. Куда не могу. Ну, здорово, сынок. Пришел, сынок. Пришел. Присядем. Присядем. Закурим? Да, закурим. Наш как, здоровы? Здоровы, здоровы, здоровы. Как сиделось-то? Да ничего, хорошо, работали. В шахтах-нибудь? Да не, лес валили. Ну да, ну да, ну да, ага, ну да. О, подарок тебе принес. Да ну чёрт, чёрт. Вот, смотри, открывайся. Да. И скрывается. Держи. Дурь вся вышла. Да не в этом дело. Ты вот, Степка, понял теперь? Не лезь с кулаками куда не надо. Нашли черти полосатые время драться. Тут без этого-то. Да не в этом дело. А не мать наша, чуток замуж не вышла. Ну. И смех, и грех. Приходит один раз из клуба и маячит мне. Жениха, мол, приведу. Я говорю, тебе сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь. Может, зря? Чё зря, зря. Обмануть надумал какой-то и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая? Я говорю, тебе сейчас такого жениха приведу. Надо посмотреть жениха-то. Пришел, Степка, встречай! Встречай, дорогого гостя! Ждала все, крестики на стене ставила, сколько дней осталось. Любит всех, как дура. Да пусть уж, видишь, соскучился. Ну как ты? Живешь-то? Хорошо? А вы всегда хорошо, ага. Мне все хорошо. Подарок у меня для тебя. Тебе, тебе.
Пожалуйста, пожалуйста. Красиво, красиво. Ты, дочка, это, мать позови. Стави, позови мать. Мать позови. Ага. Я тоже. Да. Ну, пошли, сынок. Мать обрадуй. Пошли, одинаково, ну что захлёпало-то? Ну пришёл, тебе радоваться я надо. Радуюсь, сынок, ну нечего и ведь. Ой, здоровый, что ли? Здоровый. Ой, али раньше сроку, что ли, отпустили-то? По здоровью, али как ли? Отработал, отпустили. Ой, сынок, да господи, ты матушка, владычица. Как же это так же? Вера, там в комоде полотенце неси, да рубашку белую новую давай из комода. Тебе же с дороги-то умыться надо. Скидывай давай себе все скорее, скидывай все. Господи, матушка, владычица, батюшки. Ой, а мне нынче сон-то с какой приснился. Думаю, к добру, а не к худо. Ну вот какая радость-то какая. Ой, господи. Ой, отец-то нынче на рыбалку ходил, я уж и рыбки нажарила. Сердце-то материнское, сынок, оно не обманешь, ведь я все чувствовала. Господи, матушка, радость-то какая. Ой, господи, батюшки, вытирайся, вытирайся. Ой, а друг-то твой... Петька-то нынче на тракторе, если все орал про какой-то сок березовый, помнишь, мы с ним пели-то. Ладно бы хоть ночью, днем, а то всю ночью ездил на тракторе, все деревни спать не давал. Ну, сейчас за это статьи нету, так что можно. Да, Вера, рубашка-то в пору, а я думала, мала будет, а ну вон, как долежалась. Ой, подожди, мне, мам, тебе сынок, подарок у меня. Сынок, да как подарок же. Ой, мне подарок. Подожди сейчас. Ой, радость-то какая! А я-то нынче, батюшки, думаю, к добру, а я к худу, а она вон как, к добру. Ой, господи. Ой, сынок, родной. А я гляжу на него, Степан. Ой, радость-то какая, правда, Степан. Ой, сынок, ой, дочка. Юр, ты стой! Я. От тебя как от печки жаром пышет. Замуж не вышла. Ну так где здесь? Ничего. 2,5 мужика на деревне. А тебе сколько, 5 надо? А может, я тебя ждала? Нюрка, иди отседова. Из чего удумала, а? Вертишься здесь, а? Дай с человеком поговорить. Сынок, присаживайся. Из чего? Наверное, чай тяжело был-то. Да нет. Там хорошо. Да. Вот здесь я раньше раз в месяц кино смотрел, да? А там 2 раза в неделю показывали. Да. А хочешь, иди в Красный уголок. Там тебе лекцию прочитают про честь и совесть советского человека. Ага. Или о положении рабочего класса в странах капитала. Ну что же, вас туда кинуло смотреть собираем? Ну почему? Не только... Конечно, кино. Ха, язвите, а! Срамота! Я мать Магазин.
Ой, Макс. Постой, отец, деньги возьми. А да не надо, Степ. Не надо, сынок. У нас свои есть, не надо. Я могу. Ты там кирички купи. Да хлеб побольше, а то сейчас вся деревня сбежится. Весь народ хлеб, сейчас придет, а? Господи, идут, идут, весь народ споярует. Друг у дружки, небось, воруют. Вот. Нет. Там с этим строго, если кого заметить, сразу в раз решку устроит. Ой, ты шо? Сынок, сынок, а кормили так хорошо, что ли? Да ничего, хватало.
Они хоть дело вроде нормально сидят. Хорошо, да. Ой, там чай, наверное, бабы чай сидят, наверное. Вам тоже хватало. А детей чай поставляли, наверное. Детей в приюты. А я бы баб не сажал. Вот, правильно. Я бы им подал и на голову, и ремнем бы их. Не поможет. Ну что это? Если ты ее выпорол, так она только злее станет. Я бы свою смолоду получил раза два базжами. Так она мне со зла не мой девку принесла. Да. Ну, споем. Да, вот ну, это да. Честно, сам лучше. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Ну, подожди, сынок, подожди. Подожди, сынок. Давай, Тучин. Давай. Молодец. Мой был природный пахарь, а я осталось досидеть. Я тебя не понимаю. Не досидеть и сбежать? Я, конечно, всяких много разных дураков повстречал на своем пути. Но чтобы так,
Ты зачем это сделал? Ты зачем это сделал-то, скажи? Сбежал? Вот, соскучился. Так теперь тебе 2 года еще сверху добавить, ты понимаешь это? А я подкрепился, теперь можно и посидеть. Понимаешь, там каждую ночь деревня снится. А ведь у нас деревня. Хорошо. Ну да. Пошли. Удалось сбежать, а? Один бежал. Втроем. А что, двое где? Не знаю. Мы сразу по одному разошлись. Долго добирался? 2 недели. Тьфу ты! Ну и черт с тобой сиди! Оружие есть? Ну, вставай, вставай. Сроду такой гадости не носил. Проверим. Вернулся. Правда нету. Садись. И чем же ты катался в дороге? Те 2 запаслись. А им-то долго оставалось? Там много. Но им-то резон был бежать, а тебя на кой черт дернул? Что ты пристал? Делай свое дело, я тебе не мешаю. Надоел. А мне когда из города позвонили, я сперва и не поверил. Думаю, ну не может быть на свете таких придурков. Вон, есть оказывается. Небось, те 2-то над тобой смеялись всю дорогу, да? По лицу и не скажешь, что дурак. Ты зачем здесь? Вот он! Бежал, ты понимаешь, он бежал из тюрьмы! Из тюрьмы бежал, он из тюрьмы! Нормальные люди через дверь выходят, а он через окно, понимаешь, через окно бежал! И вот теперь ты ему, дураку, подскажи, что нормальные люди так не поступают! Теперь ему на... Все, теперь ему еще 2 года! 2 года сверху еще! Тюрьмы опять! Все, хватит. Пошли. Да успокойся ты, дам я вам еще проститься. Отстаньте от него. Отстаньте от него, сказал. Убери меня. Уйди от него, уйди, дам я вам еще проститься. Да. Все. Убери ее от меня, я сказал. Убери, а то я тебе табуретку голову проломлю. Все.
Пока белье собирай, а я пошел затоплять.
Ой, бабы, что не говорите, а Лёшка мужик неплохой. Ага. Да все они неплохие, когда к стенке прижимаются. Вот, подводи-ка мне, Зойка. Ты вот поглянь. Алёшка воды-то натаскал, полы помыл, баню затопил. А у тебя, Зойка, кто банит, тот, да? Сейчас вот бельишко-то постираешь, пойдёшь сама затоплять, так ведь? Ну, а ты знаешь, а если мой муж по субботам баранку крутит? А? Алёшка, ты этот бесконвойный, он ведь работать-то по субботам да, отказывается. Да, да. А на собрании? А на собрании? А или вообще всё с гусем вода? Характер! Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе сестрой. А если вот я сейчас пока баню-то затоплял, все думал, почему все хотят, чтобы люди жили одинаково? Ха, вон, два полена, и то сгорает не одинаково. Они хотят, чтобы люди прожили одинаково. Знаешь, какое открытие я сделал? Вот человек, помирая в конце сам, так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-то лекарству. Дети все знают. Вот так и палка любая, догорая, так вдруг вспыхнет. Так озарится, такой выкинет шапку огня, что просто диву даешься. Откуда такая последняя сила? Чё это ты, а? Это я так. Вон, поглянь. Ни у кого еще в деревне бань не топится. А ближе плечи к вечеру будут. В торопях кое-как. Пых, пых. Будут глотать горький чад и париться. Напарится, не напарится, угорит. Придет, хряснется на кровать еле живой. Ой. И думает, это баня. Не говори. Хозяин. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеком чужой, там в краю далеком буду тебе чужой. Жизнь. Когда же самое главное время ее? Что в ней залетает? Уже за Уралом ко мне подошла женщина. Слушай, солдат, меня зовут Аля. Возьми меня с собой. Вроде я твоя сестра, вроде мы случайно встретились. Мне ехать срочно надо, а я никак не могу уехать. Ну и все. Сердце у меня заломило, оглох я, рот свело. Такая она была гладкая и так ласково смотрела на меня. Ну, поехали. Только ехать ей оказалось совсем близко. Всего два перегона. Мне
до станции идти немножечко. А я боюсь. Не знаю прям, что делать. А дом-то кто? Нет никого. Одна я. Ну так давай, провожи. А как же ты? Так завтра другим эшелоном уеду. Мало что ли их здесь? Да-да, здесь каждый день они едут. И пошли к ней домой. Я все с собой взял. Две пары сапог офицерских. Гимнастерку немецкую. Ковер немецкий. Ох, какой тупуз был до ее дома. И ночь-то да, грешная. Страшные силы радость, не радость. Жары немота сковали Алёшку, когда он с этой ласковой. И руки у неё были такие мягенькие, тёплые, и часики на руке, трофейные, чёрный ремешочек. Так врезался в мякоть руки. Ах, какая это была сладкая ночь. А на утро Алёшка не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Это только потом он понял, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупее. А ведь я ее полюбил и до сих пор помню. Да. Таисия, неси белье, пойду, баня готова. Несу, да. Не перепарься там, а то ты сейчас и пошла баня, вынула Алёшка душистый распаренный веник из таза, зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на Каменку. Каменка ахнула и пошла шуметь и клубиться. Жар вцепился в уши, залез в горло. Алёшка присел переждать первый натиск и только потом забрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, накатил его из таза. И зашуршал, зашуршал веничком по телу. А Снитков? Несу. С легким паром. Не, я еще пойду. Сейчас Каменка обсохнет, камни дров накалятся, и тогда можно париться без опаски и в волю. А все-таки я скажу, Таисия, суббота – день особый. Ведь всю неделю ее жду. А вот ведь бывает, ну, не заладится день с утра, ну, что-то вот противно.
а выйдешь с коровами за село. Зайдет солнышко, и так вдруг себя обуздает радость, что ты встанешь и стоишь. Стоишь и даже не заметишь, что стоишь и улыбаешься. А помнишь, маленькая, когда маленькая была, стишок сочинила? Белая береза стоит под дождем. Зеленый лопух ее сверху накроет, будет там березе тепло и уютно. Ну и что? Че? Ну ты к чему и сказал? Так ведь смешной стишок-то. Вот скажи мне, почему людей любить труднее, а детей из степи легче, а? Не знаю. Не знаю. Ладно, бойцы пошел. Давай. Ань! 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 Ань!
Петь Краснов, зять мой, с Крыму явил, спину лечил. Аккурат в субботу, к бане. Уже девчата уже пришли. Вот они, молодцы. Что, Петьку ждем, что ли? Да. В бане? Ждем в бане. Иди. Вот и дорожки за нас заходят. Идите. Коробку поил, кормил. Что вы сделали? Обдарил. Все подарил. Все подарил. Все. Это такие заказчики. Сколько Петьки не было, а? Цельный месяц. Мамочки мои, сколько ж денег ты извел? А хоть она такая, дорого стоит, ага. Радикулит он такой, не приведи хвост. Ой, не приведи хвост. Ой, сейчас вернусь. Долго что кое-что будет, а? Конечно. Тел тоже празднику хочет. Ну подождем тогда. О! Краснобля! Эй, огромный парад! Легкий парад! Анива! Ну, какая дурацкая привычка после каждого слова «мля» приговаривает. Эх, народу мля! Вообще он рассказывать не умеет. Ага, торопится, прискакивает с 5 на 10. А еще хочет рассказать побольше. Ой! Давай же приюшку, давай. Ну, будем. Спасибо. Ой, так я больше не дам, не нравится, не ешьте. Ну, вот и да. Ой, идет муля по плязу, блядь. Да. Идет муля по плязу. Идет муля по плязу. А там! Тут бабу голые, там бабу голые, я бабу голую, бабу голову валяют. Идет мне пису партии из них, я его валяю туда. Вот так вот там идет. Просто. Здорово, вы тут есть, и здесь будет нарваться. Вот так вот. Закрытый тюток. Там тюток закрыт. Редакция, пик-то. А сам? Я на тело ходил в своих туфлях. Потом мне один сказал, ты, говорит, купи себе тортики. Там всех таких хоть. Я купил тебя, принес. Покажу. Смотри. А? Там каталог внутри красота прям. Да. Да нет, ну когда теперь я прям на выбор. Ну, собственно. Тем более. Да, другая бы знает, пока не дала. По морде давай, пока. Ты что, приехал? А если он, знаете, мне один там не совет, купите темные очки. Их, говорит, надевать, и ни черта не видать. А это? Так, устраиваемся. Да, теперь слушай правильно. Надо только аккуратно смотреть. Баскунь, поворачивай, смотри.
как бы прямо смотрит. Вот смотри, видать, куда он смотрит? Ну ты говорит, ну как? А потом все темные. Музыкальная композиция для нашего гостя Петра Краснова из деревни Сростки. Опа! Да ладно, история-то. А потом, знаете, как-то полезно на гору.
Левим, левим! Да я буду когда-то левим! Как глянули! Мама, пойдем на борт скорее! Адам! Море! Проходы! И на каждом пароходе, блядь, твоя музыка играет. Не вижу я ничего. Такое, что все море поет. Там не будут, вот и ты видишь, а ресторан! Понимаю, самый приличный метод – ресторан! До обеда ресторан, во время обеда ресторан, на горках ресторан, после горы обед ресторан! Ресторан. Чего? Это сколько надо денежек поуходить, чтобы по ресторану ходить? Нет, ну мост наконец-то из пельменную сходить, там тут дешевле маленько. Конечно, но подешевле. Я не могу, это же юг, ну я сюда... 150 рубликов уходил, да, даже никто не заметил, да? Я уехать не успел, у меня своим деньгами, в прыжке на ногами нет! Совсем осталось, она! Чего, мама? 150 рублей! По морям, океанам катался! И вот так скажу! Ни одного грубого словечка! Все только стутовский! Стутоцки! Вот видно, что вредом цыган, видно, вышел, но не толохнется. Ну как, ходы как? А нет, не упал, нормально бьет. А один раз, была, знаете, пошли мы в дом техно. На нас какие-то тряпки приросли, одели, чтобы полу не загадить. Вот, все одеваем. Пинеточки, вот, да. Одели. И одна женщина красивая. Вот нам все это рассказывали. Вот так все элегантные из себя, как мы смотрели прям. Обратите внимание. Дача Сабеная, аккуратно несимметричная, выполнена вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля. С открытой террасой вверху и стеклянной верандой внизу. Экспонаты руками не трогайте. Здесь Чеховым был написан рассказ «Дама с собачкой» и две пьесы «Вишневый сад» и «Три сестры». Как красиво герои пьесы говорят о будущем. Грядет буря, которая в скором времени сдует равнодушие Лени скупу. Через какие-то 30 лет работать будет каждый человек, Там, значит, скач стоял здоровенный, а в шкафу здоровенный кожаный пальто. И одна девушка такая высокая, как зарет! Это что он такой большой? Потом как брякнется! Мы как раздать тебе на это задуваты в хамильке, стоит не может. Писаж, главное, скажите, спинку вылечу. Да, вылечу. Прошел, что ли? Я бы вас к утра встану. И все. А я... А говорит, на спину, на горку влез. Ну, горка пока тяжеловата все. Горка высокая. Вот ведь не бережетесь, а нисколь, а? А вот если ты под машину-то с голой спиной не полез, а постелил бы себе куфаечку, и тогда бы не заболел твоя спина. Сейчас, давай. Все,
Маркус, уйдешь, что ли? Ой, если не возьмет, пойду. Он что, устал с дороги, мне наверное. Я вдохнул раз дороги, мой. Песня? Нет, мне про мой понравилось. А мне песня понравилась. Я бы, да. Да, я... да, спасибо. Ой, девчонки. Песня такая про отчу? Да, да, да. Про душевную она такая, да. Да. Алло, ты где там? Ёпка, не знаю. Чё сидишь? Давайте спевайте нашу. Да, давайте на нашу лучше. Город спускается вечер, и звездочки в небе горят. Со мною ищешь ты встречи, и первым отводишь свой взгляд. Ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, столько в начале мая. Ты мне приносишь слез, ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, столько в начале мая, ты мне приносишь слез. Сады цветом яблонь дышали, и майские розы цвели. Где мы с тобою встречались, тобою следы поросли. Ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, столько в начале мая, и не приносишь слез. Ничего, и что там на пляж-то? Много валялось, что-то ко мне ты. Вы дура, ты дура, кому к чертям там нужен? Там специально есть такие, вот этим занимаются. Ой. Ой. Пошли ей, маменька, мешаться. Ты что туда поехал-то? Ты туда лечиться поехал, а не на баб. Вох, пялится. Тут баба. Будьте здоровы. Там бабы. Если так неудобно, ты плохо, ты мне сказал, предупредил, там ногу пинул моих. Очки ему посоветовали, чтобы на баб голых пялиться. Ой, я прям со стыда чуть не сгорел, срамотень прям. Я хотел как интересно, понимаете, люди тоже, они пришли послушать, я вот хотел все рассказать. Слушай, слушай, чемодан не забудь занесть. Ой. Зой, да не судиста, да ладно, не судиста. Отхватите, я тебя знаю. Сюми, сюми, сюсю, чёрт. Где отдохни, я дойду. Сколь велика земля, пальмы растут на свете, люди пляжут, смеются, большие белые дома, чего только нет, а дома поскрипывает старенькая, шелестят листвой березки, то замолчат тихо. А то вдруг залопочет, залопочет, неразборчиво, торопливо, и опять замолчат. Знакомо все, почему-то волнует. И хорошо так.
Молодежь, молодежь. Оставить чемодан. Я родом из деревни, крестьянин. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать. Потому что силой и своей неуемностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль.